Добрый вечер. Сегодня достаточно тяжелый день. Не стало Кирилла Стремоусова. Скажу откровенно, мы не были супер друзьями. Вот, но были хорошими товарищами и стояли плечом к плечу с самого марта. В принципе, как только я заехал в Херсонскую область. Кирилл меня за все это время ни разу не подводил. Он помогал мне, я помогал ему. В общем, парню светлая память, близким его и родным соболезную. По поводу непростого военного решения, которое пришло вечером, скажу честно. Спешка в военном деле – это плохой советчик, как и сомнение. Что еще хуже – давать прогнозы, вешать ярлыки и играть в диванную экспертизу. Самое темное время суток – оно всегда перед рассветом. А нашим воинам я верю. Верю в силу. Верю в мужество, верю в героизм и верю в талант командиров. И нисколько в них не сомневаюсь. По поводу нашей гуманитарной миссии. Мы ни на минуту не останавливались и не собираемся останавливаться дальше. Считаю, что не надо заниматься болтовней, а каждому на своем месте добросовестно выполнять свои обязанности. Свою работу. Это наш долг как гражданина, да и чисто по-человечески, по совести. Мы должны помогать людям. Мы должны помогать друг другу. Несмотря на то, что у меня в канале появляется огромное количество комментариев, самых разных. Комментарии я закрывать не буду. Это наша с вами обратная связь. Только так я могу чувствовать, только так я могу помогать, только так я могу принимать решение, кому, где, какая помощь нужна.